И прям на перед этим, да, конечно. Каких сплитов? Это на один день по-быстрому. Со сплитами это значит уже серьезный спидран, а это не то. Это вообще не спидран. Ну, типа, это не считается спидраном для меня. Это не то, что я называю спидраном. То есть формально это спидран, как бы, но... То, что я обычно, вот, если взялся за спидран, это значит, что я там надолго засел в игру, там, на неделе. Сделал сплиты, учу, как бы, трекстраты, там, смотрю другие прохождения. Вот это все. Стреню сейвов, там отдельные уровни, отдельные моменты сложные. Если всего этого нет, если я просто играю как бы с ресетами, по фану запустил на денек, без вот этого всего перечисленного, то это не то, это не трус спидран. Это так, казуальщина. Почему не прыгнул? Птица, блин, она сейчас вниз полетит. Нет, она опять на... А, нет, она... Нафиг идет. Ну, поторопился, блин, я на птицу отвлекся и не увидел, где там это летит. Ой, опасно сейчас было, ладно. Так бы ресет был уже по-любому. И так, пейс не самый лучший, но пока что не самый плохой, ладно. Опять все соседние эти сломал блоки, кроме того, что надо. Вот, нифига себе, запрыгнул. Естественно, слева. Я забываю, что оно здесь в другую сторону идет. Постоянно забываю, на самом деле. Не прыгнул! Он плохо прыгает, просто капец. Так, сейчас заделает. Ладно, мне пофиг, я его не буду ждать.
Не знаю, сам 10, наверное, еще возможно на 16 горах. Да блин, ну он сейчас починит. Он... Так я... Опять сейчас починит. Я не могу проскочить. Надо было пропустить его и дать ему пройти сразу же, наверное. Опять не могу. Вот сейчас проскочил. Как фиг знает, какой попытки. А в том ране у меня быстро получилось. Я его выложу, блин, потому что это невозможно повторить. Сейчас уже вообще нифига не получается. Может, я устал уже. Моменты, которые раньше получались, но тоже, типа... Понятно, это довольно сложный такой запрыг, как бы. Я не... Но... Сейчас в целом, как будто все в целом стало хуже получаться, и... Пейсы уже такие жесткие не идут, как тогда. Типа, у меня был период, когда вообще прям очень хорошо вот эти первые уровни, там такие пейсы шли, что капец. Дальше, правда, все сливал. Тут я, наверное, на минуту быстрее шел или около того. Ну, может... Ну да, я думаю, хоть почти на целую минуту я тут. Нет, донаты помогают, естественно. Является ощущение осмысленности. Потому что так и вот это чувство, на что я трачу свою жизнь, вообще непонятно. Типа, зачем я это делаю? Как бы, а тут, ну, такая вот, как бы, не самая худшая работа, как бы. Может, не самая приятная, но за деньги можно и потерпеть. Вот сейчас... Вылетело, блин, в тот раз я так успел проскочить, а сейчас вообще без шансов. Вообще, почему-то игра допускает такое. Таймстримить. Ну, не знаю, на самом деле, если долго этим заниматься, то и то выбешивать. Точнее как. Ice Climber Full Time я просто буду все время злой, нервный и капец. Машины мыть я просто как бы буду, ну, каким-то таким грустным все время. Скорее, чем злым. Фиг знает, что из этого лучше. Да хватит ты, блин! Ну, я просто хочу прыгнуть. Ну, в этом плане, да, в плане графика и вот это вот, тот, как это, конечно... Ну, я поэтому и говорю, что это не самая худшая работа, именно потому что вот, не надо никуда идти и все такое, в этом плане, как бы. В этом плане это и лучше. Но еще лучше я бы что-нибудь другое выиграл. Я надеюсь, что после всех этих игр первые чипы будут казаться супер топовый герой, который вообще неохота дропать, потому что на фоне вот этого реально так, в общем-то, и есть.
О, фига мне получилось запрыгнуть, правда, там уже это начал строить. Ну, окей, саб 10. Но это почти на 1,5 минуты медленнее моего ПБ. Прикиньте, я здесь на 1,5 минуты как-то быстрее шел практически. Это же бред. Это почти идеальный ран был. Для меня. Стратом, который я знаю. Блин, заделай дырку, я не хочу в нее упасть. О, прикольно. Запрыгни как-нибудь. Так, а до какого уровня я в тот раз дошел без слива контов? До 20. Я довольно далеко дошел. 23-го, может быть, или около того. Может, даже дальше. Не помню. До 21-го? Не, я думал дольше. До 21-го точно, но мне казалось, что... Я бы до 22-го или что такое было еще. Значит, там умирать. Дальше. Блин, сейчас я забыл, как мне сделать, надо вот так. Сейчас. Помню, можно было сразу так сделать. По-моему, был какой-то пейс, где прям еще лучше прошел, дольше продержался. Вот чётенько. Блин, вот когда несколько уровней подряд я иду прям хорошо без ошибок, прям кажется, что я опять научился играть. Блин, зачем? Ну сосулька все испортила. Я бы не смог прыгнуть нормально, у меня сосулька бы вынесла. Мне пришлось ждать, и там потом этот заделал все и уже. Блин, рассинхрон. Ну такое, вот это уже не очень уровень. Ну типа, наверное, мог быть еще хуже, если бы я сдох еще при этом. Хотя бы жизнь сохранил. Но по времени плохо, учитывая, что уровень не самый сложный. Вообще, я бы не сказал, что он сложный. Ну почему? Птица, уйди, пожалуйста. Сосулька. Теперь поздно, да почему? Я там все время рано прыгал в этом месте. О, окей, повезло, хотя бы тут я не сдох. Второго раза. Как там запрыгнуть-то? Фреймперфектный прыжок, блин. Не задел, я хотел ее. Ладно, может быть, хорошо, что я сразу же сдох. Я хотел бы в прыжке убить. Может, хорошо, что я сразу же здесь сдох. Нет, этот уровень я еще проходил без смертей. И мне кажется, даже следующий проходил. Может быть, ты не тот пейс видел. И... Был один пейс, где я прям далеко прошел. Проблема в том, что если я сейчас слил, то, возможно, мне придется еще раз сливать ближе к концу. Вот это я уже не помню, проходил я там или нет, на самом деле. Возможно, на этом сливал. Да, я на нем, по-моему, сливал, но я не помню. В итоге... Да, наверное, на нем я и слил тогда.
так не знаю, как его нормально проходить. Но это, по крайней мере, значительно лучше, чем в тот раз. Пусть будет так хотя бы. Ой, блин, опять этот супер быстрый лед. Запрыгни ты, блин, цикл потерял. Все сломал зачем-то. И птица вылетела. Фиг с птицей. Хорошо, что тут медленная птица. Здесь реально было бы сложнее вот это все делать. Блин. Так. Запрыгни ты, плиз. Так, на следующем уровне, кстати, кукуруза. Здесь можно запрыгнуть. Почти. Ну не торопись, ты просто запрыгни. Так, кукурузу возьми. Иногда такой сумбур начинается просто. Но пока что каких-то больших прям таймлузов вроде нет. Типа как у меня бывало до этого часто. Ой, интересно, я тут прошел. Четенько. Уровень, на котором просто не могу запрыгнуть никогда. Хотя это супер изи. Ну засулька, ну почему опять на меня второй раз? О, ничего сложного. Блин, ну теперь мне жизни, наверное, не хватит. А так бы могло хватить. А сейчас я уже сомневаюсь. Ну попробую, конечно. Не, у меня еще две жизни, два раза я могу еще умереть на два раза на три уровня. Не знаю. Сейчас еще сложнее пойдет, эти уже ускоряются. Вот этот уровень дурацкий, вот этот бесячий уровень вообще на самом деле. Как его проходить? Ну почему? Ну почему? Ну... Что он сейчас заделает? А я даже не могу попасть. Попади! Ну не так, ну... Ну с какой попытки, блин? Ну почему так медленно? Просто запрыгни. Просто как-нибудь. Да не так!
Ужасно, ужасно, все плохо. Я знаю, как это все проходить, блин. Я... Ну так все как-то. А вот это я уже, кстати, плохо помню, как проходить. Куча сосулек. Да запрыгни. Да не так. Запрыгни просто вот сюда. Типа такого. А дальше. Вот сюда. А дальше. Нет, не падай. Нет. Как же потно, просто ужас. Все, последний уровень. Ну нет, ну запрыгни. Ну запрыгни ты. Ну нет, сосулька, блин, ну запрыгни ты. Так, все, уйди. Так, этот. Ух, прыжок сработал. Все, наверное, 50, может 51. Ух. Все, ладно, я это сделал. Я выложу два рана, значит, один на 16 гор, другой вот этот на 32. Типа, может быть, когда-нибудь я попробую сделать саб 20, потому что, ну, это возможно. Понятно? Ну, типа... ну, это просто слишком как-то душная игра, и... Наверное, рал такой нравится. Мне не очень, если честно. Вот, но я сделал даже лучше, чем ожидал. Я думал, у меня будет 23 минуты около того. Сделал даже саб 22.